Создание корзины с нуля. Привет, я Кристина Строде, и это блог о плетении. Как из чего крутить трубочки, вы уже знаете. Плетение – это бесконечный процесс. Для этого мы наращиваем застойками трубочки на полимерный клей. При использовании корзин вы не сможете поцарапаться торчащими прутиками. Наращивая, мы плетем необходимую высоту. В завершении делаем загибку новыми влажными трубочками. В этом заказе я использую мебельные ручки. Прекрасно сочетаются с плетением. Прикручиваю отверткой с изнанки на винтик, продев его через шайбу. Я смогу вас вдохновить и научить плести. Подписывайся, если хочешь так же.